Статистика Всемирной организации здравоохранения. Больше половины людей в пожилом возрасте периодически не могут удержаться на ногах и падают. И чем старше человек, тем чаще это происходит. А ведь падения в пожилом возрасте опасны. Они могут привести к сложнейшим переломам, депрессии, инвалидности. Из-за чего же пожилые люди часто падают? Какие анализы и обследования помогут это выяснить? Как организовать быт, чтобы снизить риск таких падений? И что делать, чтобы в будущем не падать и стойко держаться на ногах? Сейчас разберемся.